Прекрасный фильм, правда? Как ты думаешь, Алёша? Не знаю, не люблю такие фильмы. Почему? Ну, там говорят, говорят и ничего не делают. А знаешь, мне очень хочется пить. Пойдем в кафе. Нет-нет, Алёша, пойдем к нам пить кофе. Я хочу познакомить тебя с мамой и папой. К вам домой? Я даже не знаю, как их зовут. Маму зовут Вера Александровна, а папу Игорь Борисович. Вера Александровна, Игорь Борисович. Хорошо, пойдем. Знаешь, может быть, лучше завтра. Нет-нет, Алёша, сегодня. Мама и папа такие симпатичные люди. Оля, это ты? Да, это я, но я не одна. Ты с Антоном, да? Как приятно. Я сейчас. Антон? Нет, мама, это не Антон. Познакомься, это Алёша Разумов. Алёша, это моя мама. Здравствуйте, Вера Александровна. Очень рада. Мама, где папа? Неужели ты не знаешь? Он смотрит футбол по телевизору. Ах, да, конечно. А знаешь, мама, Алёша тоже интересуется футболом. Вот как? У вас, кажется, очень много хороших книг. И репродукция Репина отличная. Это оригинал. Извините. Оля, это ты играешь на рояле? Да. Оля прекрасно играет на рояле. Она просто талант. Особенно, когда они с Антоном играют вместе. А вы не играете на рояле? Я? Нет. Ну, где же папа? Папа, папа, иди сюда. У нас гость. А? Что? Гость, папа. Иди сюда, познакомься. Папа, это Алёша. Алёша, это мой папа. Очень приятно, Алёша. Очень приятно, Игорь Борисович. А вы не интересуетесь футболом? М? Как же? Очень интересуюсь. Интересуетесь? Вот хорошо. Да, конечно, это Антон не интересуется футболом. Пойдемте смотреть телевизор. Играют «Спартак» и «Динамо» Тбилиси. С удовольствием. Ох, эти мужчины! Оля, а кто этот Алёша? Один мой друг. Ты его давно знаешь? Да, уже 2 недели. И вы уже на «ты»? А ведь с Антоном вы все еще на «вы». Мамочка, мы с Антоном просто занимаемся музыкой вместе, вот и все. А что он делает, этот Алёша? Работает на автозаводе. А где он живет? В общежитии. Значит, у него нет квартиры? Мамочка, он еще молодой человек. Хм, посмотрим.